Глубоко уважаемые дамы и господа, сегодня для нас очень важный день. То учреждение, которое мы сегодня открываем, Российский еврейский музей и Центр толерантности, построен по тому принципу, что это не совсем музей. Это не совсем то место, к которому вы приходите для того, чтобы ознакомиться с тем, что когда-то было. Это то место, где историю в прямом смысле слова делаете вы. Без вас этот музей не заработает. Пока вы не подошли к экспозиционному столу, музыка не начнется, фотография не появится. И сегодняшнее событие является квинтэссенцией этой экспозиции. Потому что, конечно, сегодняшнее событие – это еще одна страница во многовековой. Позитивные изменения, которые произошли в нашей стране. С одной стороны, ни в коем случае нельзя забывать историю. Не говоря уже о том, что ее фальсифицируют. Надо честно говорить себе и другим обо всех болезненных моментах прошлого. Но в то же время, даже в самые тяжелые времена, надо не терять надежду. Надо верить, что все может быть иначе. Всего 30 лет тому назад любой бы вам сказал, что евреев здесь нет будущего. Вот-вот последние искры еврейства погаснут. Но реальность доказала. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Уважаемый господин президент, Найносина, дорогие друзья, я имею честь зачитать текст послание президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина участникам этой торжественной церемонии. Дорогие друзья, приветствую вас и поздравляю с открытием Российского еврейского музея толерантности. Убежден, это событие еще одно свидетельство особых отношений между нашими странами и народами. Крупнейший в мире музей истории еврейского народа и Центр толерантности во многом уникален и своеобразен. Его обширная, богатейшая коллекция охватывает значимые эпохи и ключевые события от библейского периода до современности. Доброе утро, дорогие друзья. Я буду говорить по-еврейски, потом я не знаю говорить по-русски. Maybe about it. שר החוץ של הפדרציה הרוסית, מר לברוב. Иногда оказываются вернее, чем экономический расчет. Ведь Израиль не экономическое чудо, а чудо исполнения пророчества. Предсказание одного человека, пророка Исаии, до сих пор актуально и по-прежнему является вызовом для всего человечества. Перекуют мечи на орала и не будут более учиться воевать. Исполнение этого пророчества зависит от нас, от каждого из нас и от всех нас вместе. И я верю, что в каждом человеке есть праведческий дар, оказывающий не меньшее влияние, чем холодный расчет. И этот музей – лучшее тому доказательство. Спасибо вам от всего сердца. Дамы и господа, от имени создателей музея и, думаю, от имени всех собравшихся здесь, я бы хотел поблагодарить господина президента Шимона Переса за то, что он почтил это собрание, что сделало, конечно, собрание это историческим. Я прошу вас всех стоя проводить господина президента Шимона Переса. Дамы и господа, я прошу вас оставаться на своих местах. Сейчас у нас будет небольшая музыкальная программа, а после этого вы все сможете поучаствовать в экскурсиях по музею. Сейчас перед вами выступит виртуоз исполнения клезмерских мелодий Даниэль Агавиэль.